Чебоксарские пожарные прошли экзамен на боеготовность. Условным огнем повышенного уровня сложности был объят универмаг Шупашкар. По сценарию, в одном из отделов на третьем этаже произошло короткое замыкание, в результате чего загорелась отделка и мебель. Работникам магазина потушить пламя самостоятельно не удалось. Сработала пожарная сигнализация, и в считанные минуты по сообщению диспетчера на место вызова прибыла техника. Две автоцистерны и лестница пожарной части номер 6. Для подкрепления приехали машины из других частей по тушению крупных пожаров. Все уже были готовы к ликвидации огня, как поступило срочное сообщение, что на третьем этаже уже остались два человека. Газодомозащитная служба отправилась на поиски. Один мужчина был обнаружен в обувном отделе. Его удалось вывести по лестнице. Еще одного пострадавшего эвакуировали при помощи автолестницы. Параллельно с поиском шла боевая работа по ликвидации пожара. Силы и средства Чебоксарского гарнизона прибыли согласно расписанию. Поставленные задачи исправились.